Пришло время идти домой. Как-то неохота возвращаться и уезжать из Кореи. Но что поделать? Не переживайте, в следующем году мы вернемся. А пока... Пока! Итак, вот мы и вернулись домой. Сразу у нас тут микрофон, чтобы все писать, все четко говорить. А не так на камеру, как мы обычно все это делаем. Приехал я пару дней назад, долетел нормально. В самолете немного трясло, но в итоге я тут и все четко, все нормально. Россия, зима, холодно. Неожиданно, потому что в Корее снега нет и... Никаких холодов практически там нет. Сразу начал замечать различия. В городе какие-то изменения произошли. Заборы поставили, фонари где-то. В больнице там первый этаж обустроили. Прям вообще. Не думал, что что-то изменится в моем городе, но что-то изменилось. Надеюсь, это все к лучшему. Итак, что дальше? Видеоблоги про жизнь в Корее я снимать не буду, потому что, во-первых, я не в Корее, ну и это единственная причина. Сдам сессию, запишу пару роликов. Один ролик по Металлике, хочу опять кавер заснять, типа тех, что мы снимали с другом в горах, посмотрим. И записать еще один ролик по Текену, какой, увидите. Помимо всего прочего, я там привез кипу всяких игр, раритетных и не очень устроим аукцион на ГБХе, поэтому если здесь есть ребята с ГБХа, ожидайте аукциона. Корейского мало, но зато всякие разные другие ништяки присутствуют. Лотов немного, 10-15, всем участникам халявные плакаты и корейские конфетки. Так что не забудьте посмотреть. В Корею мы вернемся где-то в феврале, я еще точно не знаю. Там мы продолжим чесать про жизнь в Корее и все в этом духе. Оставайтесь на связи.